Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, полночный и безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй. Здравствуй. Сияешь? Сияю. Который час? 12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверно. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету. И это действительно так. Смотрите в телескопы, тоже открывайте. Чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, между жемчужных полей месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, звезды сводят, как над луной, над луной. Шар голубой, шар земной очень красиво сходит и заходит. Очень красиво сходит и заходит. Спасибо.